Андрей, а что те, кто рядом с тобой, думают сейчас о ситуации? И вот господин Томенко говорит, что у него есть мечта. Какая у этих людей мечта? Да, Дима, у нас вот собрались люди, пришел и мэр города Попасная, и вот у него есть определенное, можно сказать, даже не предложение, а просьбы, да, я так понимаю, к влиятельным людям. Добрый вечер. 22 июля город Попасная был освобожден от сепаратистов, но не прекращаются, до сих пор не прекращаются бомбовые удары, наносимые по городу Попасная со стороны сепаратистов. Я вам назову несколько цифр. В результате этих ударов погибло 11 человек, более 30 раненых. Повреждено более 40 многоэтажных домов и более 200 домов частного сектора. Так вот, я бы хотел обратиться к влиятельным гостям в студии, взять на контроль, я уверен, что сейчас мы не услышим этот ответ, но взять на контроль решение вопроса, не за горами уже у нас зима, решение вопроса о том, и хотим услышать, когда же наконец будет решен вопрос о компенсациях тех ущербов, которые нанесены в результате этих ударов. Городскому бюджету с общим бюджетом 12,5 миллионов это не под силу. Спасибо. Спасибо.